Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. И следующий наш вопрос. Зачем заниматься духовной практикой и нужно ли это всем? Духовная практика, она контролируется природой. Если человек не будет себя контролировать духовным знанием, другой силы нет, просто самоконтроля, тогда он превратится в большую проблему. Человек – это большая проблема на Земле. Если он будет жить по собственной прихоти, без правил божественных, не учитывая, скажем, природу других людей, других живых существ, если он будет развивать жестокость, конкуренцию, из выгоды сражаться, убивать даже за деньги. Вот что произойдет, да, то есть будет мир жестоким становиться. Любовь уйдет из мира людей, если люди не будут регулировать свою как бы вот биологическую вот эту вот низшую природу. Она возьмет верх, это хищник. У нас в каждом живет хищник, да, вот с точки зрения биологии. А с точки зрения духа каждый человек святой. Вот. Если говорить о гармонии, о любви, о счастье, то нужны качества святого развивать человека, любящего, мудрого, любящего человека. Поэтому это каждому в своей мере, конечно же, но нужно. Какая-то духовная практика, хотя бы какие-то моральные принципы. Если не духовная практика, то хотя бы следовать каким-то моральным принципам. И высший моральный принцип – это ахимса, не причиняя насилия. Вот хотя бы вот этот принцип, да, освоить нужно. Это минимум. С этого начинается цивилизованная, мирная жизнь. Мир можно установить. И если этот принцип люди не поймут, мы будем жить в вражде.